Анонс и точки выхода 29 серии турецкого сериала «Дикий». 29 серия сериала выйдет в эфир 2 апреля. Ранее в сериале мы увидели Алаза, который в апатии покидает особняк Зарефа. Парень не может до конца поверить в то, что он сделал. Аси остается в особняке. Девушку бросают в подвал. Она не может сдерживать слез от случившегося. Из ее груди рвется крик, полный боли и отчаяния. Она не хочет верить в то, что происходящее с ними сейчас – это реальность, а не чья-то злая шутка. Неслихан приходит домой к Зарефу. Она интересуется, где ее сын. Зареф спокойно отвечает, что Яман Али убит. Неслихан не может поверить в слова мужчины. Но когда он видит ролик, который доказывает это, то сомнений у нее не остается. Они с Гювеном не могут сдержать шок от происходящего. Они покидают особняк и отправляются на поиски места, где парня похоронили. Серхан сообщает Руи о смерти Ямана. Девушка смотрит на него, как на ненормального, говоря, что его слова – полнейший бред. Но тон мужчины говорит об обратном. Когда Руи понимает, что это не попытка разыграть ее, то теряет сознание. Серхан успевает подхватить девушку на руки и просит, чтобы ему позвали медсестру, которая сможет привести ее в чувство. Гавин говорит Неслихан, что ему хочется забрать тело их сына, чтобы достойно похоронить его. Голос мужчины дрожит от слез, но он не стесняется показать свою боль, показать, как сильно эта утрата задела его. Они находят среди леса свежую могилу. Разгребая землю на ней, Неслихан находит в грязи испачканный кулон Ямана. 29 серия сериала будет в эфир 2 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.